Наливаем в стакан немного воды, пару капель жидкого мыла и вручаем малышу коктейльную трубочку. Вместе с разрешением дуть в нее сколько душеньки угодно. Пузыри получаются отменные. Главное, не забыть заранее поставить под стакан что-то водонепроницаемое, чтобы поток пены не испортил мебель и мамино настроение. Для следующей игры понадобится резиновая перчатка. Рисуем на ней маркером мордочку и бумажный стаканчик. Проделываем в нем дырочку. Надеваем перчатку на стакан. На всякий случай можно затянуть резинкой. Вставляем в отверстие трубочку. Теперь можно играть, выдувать воздух, втягивать его обратно и придумывать истории про этого человечка. Тяни в себя, он станет худеньким. Опа! Еще идея, для которой тоже нужно проделать дырочку в стаканчике. Идеальный вариант – использовать шарик для пинг-понга, но у нас не было, и мы заменили его на ватный шарик. Если хотите, чтобы игра дала не только веселье, но и пользу, следите за выдохом ребенка, чтобы не надувал щеки, чтобы не делал вдох носом и чтобы выдувал воздух через рот. Тоже все просто. Главное – заинтересовать малыша игровым заданием. Например, предложить перенести упавшие метеориты на другую планету с помощью вакуумного аппарата, который тоже сделан из коктейльной трубочки. И последняя игра для тренировки выдоха. Тут нужны разноцветные помпоны. Из кубиков строим домики. Теперь жильцам-помпонам нужно помочь заселиться в свои разноцветные квартиры с помощью струи воздуха.